Артемий Михайлович, говорим о погоде на 7 октября. Хорошего начала недели. Пусть будет все хорошо. По республике ночью в тылу циклона местами мокрый снег и снег. Днем с ростом давления осадки будут прекращаться. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 17 метров в секунду. На перевалах автодорог гололедица, накаты. Ну, будьте осторожны, лишний раз не ездите никуда. Температура воздуха северные районы ночью минус 2, минус 7. По северо-востоку до минус 11. Это уже ощутимо. Днем плюс 3, плюс 8. В центральных районах 0, минус 5. Днем плюс 5, 10. В южных районах ночью 1, минус 5. Днем плюс 8, плюс 13. Наша любимая столица. Ночью небольшой мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем плюс 7-9. Природа балует нас. Атмосферное давление будет расти до 724 миллиметров ртутного столба. Власти укоряют журналистов не за то, что они врут, а за то, что они пишут не ту правду. Черным по белому так выглядит в наше время ложь. Истина одна, а правда у каждого своя. С нашей правдой, Артемий Михайлович. Мы вас любим и уважаем. Смотрите нас!